Привет! Вы на канале Fanny Yorkshire Терьер. и в своем видео я покажу покупки из магазина Максима для меня и для Фанни. Подписывайтесь на наш канал, тот кто не подписался и ставьте нам лайки. В своем прошлом видео о покупках из Максима я показывала, что купила две большие коробки. В одной я собираюсь хранить игрушки Фанни, а во второй Пока что не придумала, что буду хранить, но она точно мне пригодится. А недавно была в магазине Максима. И на эти коробки снова была скидка. И я увидела две маленькие коробочки такие вот. И решила их купить. Кстати, в магазине они были последние. Они тоже с крышками. Вот такое вот дно. В ней остался чек. В одной я собираюсь хранить поводки и рулетки. А в другой ошейники и шлейки. Хотя, может, и передумаю. И буду хранить что-то другое. Но очень мне понравилось, как они сделаны. Поэтому я их купила. Так как мы с Фаней скоро едем на море, купила Фаню два полотенца. Вначале купила вот такое вот фиолетовое, чтобы постелить где-то на пляже, если мы будем сидеть. И если Фаня намокнет, чтобы было чем вытереть ее на пляже. У меня есть очень много полотенцев с лошадьми. Когда я занималась конным спортом, мне их доили. Поэтому для себя у меня есть полотенце, а для Фани не было. Купила я вот с таким вот тигренком. Чем-то он мне напоминает маленьких собачек и вызывает нежность. Поэтому я его купила. А потом в магазине увидела еще одну. Второе полотенце вот с таким вот лисенком, которое ест мороженое. Тоже очень нежное и красивое. Не знаю, возьму ли я оба полотенца на мой или какое-то одно. Мы едем всего на три дня. Но, допустим, если мы сходим на мое утром, и Фаня скупается, я ее полотенцем вытиру, и мы снова решим идти вечером, не будет чем ее вытирать, Возможно, стоит взять оба, хотя неизвестно, какая будет погода. Начнем с покупок для Фани. Купила две упаковки мешочков от фирмы Хэппи В одном рулончике 30 мешочков, в упаковке 90. Под скидку они стоят евро 0,5. Получается очень выгодно. Этими мешочками за собачку убирать очень удобно. В магазине Максима увидела мешочки новой фирмы. В одном рулончике 15 мешочков, в упаковке 45. Стоили они со скидкой 90 центов. Получилось не очень выгодно. Так как на товар для животных была скидка, я купила немножко вкусняшек и игрушек для Фани. Купила две упаковки лакомств от фирмы Акиню с кроликом. Этой же фирмы купила вкусняшки с курицей. Вот такие вот мелкие. Фани они очень нравятся. И одну пачку взяла куриных медальонов. Фане когда-то давно их ела, но сейчас не знаю, понравятся ли они ей. Также купила палочки по для зубок от Пурины life. В упаковке 7 штук. Фане они понравились. Так как едем мы на море, купила я два мячика новых. Вот такой вот розовый, неоновый и тоже зеленый, вот такой вот неоновый. Мячики очень легкие. Надеюсь, Фане понравится с ними играть. Также купила вот такую вот змейку, тянучку. Фаня такие обычно любит. Сделана она очень интересно от фирмы Happy Tals. От этой же фирмы Happy Tals взяла лазер. Фанни с такими игрушками очень любит играть и гоняется за лучом. Купила вот такой вот вакуумный контейнер, вот с такой вот крышкой, чтобы сложить куриные лапки и кроличьи ушки. А то я один раз оставила открытый пакет с куриными лапками, и Фанни его весь вытаскал, а я удивлялась, откуда у Фанни берутся куриные лапки каждый день. Ну а теперь переходим к моим покупкам. Для себя я купила вот такую вот мышку для компьютера на ОСБ. Предыдущая мышка мне служит уже около пяти лет. Даже я успела сменить компьютер, а она все работает. Покупала я ее также у Максима, но просто очень удачно. Но в последнее время она стала зависать, поэтому я решила ее заменить. Купила я красного цвета, так как другие мне не очень понравились. Также купила мочалки, чтобы мыть одну вот такую, а вторую вот такую. Этой фирмы я уже покупала. Они очень мягкие и приятные. Дезодорантами я пользуюсь от а чистой линии. Привезла я их с последней поездки с России. Но так как они все закончились, мне надо было что-то купить. Пришлось искать у себя. И купила вот такие вот от фирмы Рексона. Взяла 4 разных. Не знаю, какой мне подойдет. Но так как на них была скидка, покупать их было выгодно. Взяла вот такой вот. Такой. И вот такой, и такой. Зеленый, кстати, я нюхала в магазине, мне запах очень понравился. А вот эти вот запаха совсем не чувствуются. Вот такой себе набор. Халат и рубашка. Но не в магазине Максима, а на базае. Отдельным видео я снимать не стала. Сейчас я распакую и покажу вам его рубашка вот с таким вот мишкой. Двойные шлейки у нее. Я очень люблю такие комплекты. Рубашка и халатик. И всегда беру такие наборы в гостиницу или в какие-то свои поездки. Но почему-то после возвращения они у меня теряются, и когда я собираюсь в новую поездку, мне приходится снова их покупать. Хочу показать, какие вкусняшки купила в магазине Максима на этой неделе. Купила желе с лимоном и с киви. Так как я буду делать желе с киви, я также купила киви, так как очень люблю желе с фруктами. Купила конфеты из своего детства с арахисом. Две пачки. И две пачки с кокосом. Они у нас очень дешевые, стоят по 30 центов. Также купила орехи с барбекю. Раньше мне нравились орехи с луком, но теперь больше нравится с барбекю. Также купила конфеты от фирмы Тагаля – красный мак. Тагаля – это кондитерская литовская фирма. Также купила зефирки от фирмы пергали От этой фирмы у зефирок три вкуса. Я купила с ванилью и со вкусом сливок. Но больше всего мне нравится зефир в шоколаде. И так как на улице очень жарко, купила той бутылки воды. Называется Эньйоу. Эту воду я тоже очень люблю. Одна бутылка лимон, лайм и мята, вторая клубника лимон и мята. И третья с арбузом. У этой воды очень специфический вкус. Не каждому она нравится. Вот такие вот вкусняшки я купила на этой неделе вот такие вот покупки были у нас сегодня спасибо всем за просмотр подписывайтесь на наш канал тот кто не подписался ставьте нам лайки а мы с вами вас очень любим желаем вам крепкого здоровья и ждем в нашем новом видео